сокровище! Убирайся! Я знаю, ты пытаешься украсть его у меня! Оно мое, говорю! Мое! Мое! Я первый его увидел, оно мое! Похоже, в этом мире люди не доверяют друг другу. Наверное, это из-за этих сокровищ-миражей. Твоя волшебная палочка может раскрыть правду. Одним ее взмахом ты можешь исправить любой мираж и показать его истинную форму. Это восстановит и доверие людей друг другу. Попробуй на вот этой тележке золотом. Покажи, что в тележке. Используй магию на тележке с золотом. Не настоящее золото. Это... Да это же просто куча грязи. Ой, мне так стыдно, мой друг. Не могу поверить. Я был так ослеплен сокровищем, что забыл о нашей дружбе. Ах, я тоже, мой друг. Спасибо, что показали нам истину, сударыня. Молодец! А теперь следуй за мной во дворец. Встреться с принцессой Жасмин. Иди во дворец и встреться с принцессой. Извините, это вы, принцесса Жасмин? Ой! Я не слышала, как вы вошли. Да, я принцесса Жасмин. Я рада, что ты не мираж. Вся Агроба ими покрыта. Понимаешь, люди больше не доверяют друг другу. Они врут и дерутся из-за фальшивых образов золота и сокровищ. Я так беспокоюсь. Прямо не знаю, что нам делать. Может, я смогу помочь? А ты справишься? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жители Агробы стали честными и достойными доверия. О, спасибо тебе. Мой друг Абу смог бы тебе помочь, но, боюсь, сначала тебе придется его найти. Наверное, он на рынке. И я уверена, что он затевает что-то нехорошее. Не беспокойся, я найду твоего друга Абу. Поймать его и убедить отдать украденное украшение мираж. Абу двигается очень быстро. Тебе придется найти его несколько раз, пока наконец не схватишь. Он любит фрукты, особенно арбузы и яблоки. Так что проверь фруктовые лотки на базаре. Я постараюсь тебе помочь. Удачи! Игра в прятки. Найди Абу на рынке. Thank you.
Я тебя поймала. Теперь отдай мне это украшение. Сейчас же, Абу. Ты должен учиться быть честным. Как я могу доверять тебе, если ты не отдаешь мне украшение? Видишь, оно даже не настоящее. Это был просто мираж. Пойдем к принцессе Жасмин. Возвращение в замок. Принцесса Жасмин ждет тебя. Абу с тобой? Но ведь Абу уже здесь. А кто же из них настоящий Абу? Ничего не понимаю. Мы можем узнать правду с помощью вот этого. Мой Абу оказался гусем. Значит, твой Абу настоящий. Ну, Абу, я рада, что ты вернулся. И надеюсь, что ты больше не будешь ввязываться в неприятности. Спасибо, что нашла его. Пожалуйста, принцесса. Но гусь — это не единственный мираж. Они по всей Агробе, и из-за них люди не доверяют друг другу. Знаю, это ужасно. Вот почему я рада, что ты мне поможешь. Еще раз привет. Я рассчитываю на твою помощь. Ведь ты сможешь помочь мне. В Агробе все еще появляются миражи. Рада, что ты вернулась. Есть одна проблема, с которой только ты сможешь мне помочь. Я слышала, что сокровища миражей появляются из пещеры чудес. Абу знает туда дорогу. И я надеялась, что ты сможешь пойти за ним и разобраться, из-за чего вся эта беда. С радостью схожу. О, спасибо тебе. А теперь спеши. Абу ждет тебя за воротами в пустыню. Встреться с Абу. Направляйся в пустыню. Абу ждет. Что ты делаешь? Нам ведь нужно в пещеру чудес. Сокровища могут легко отвлечь Абу. А на пути к пещере чудес их немало. Тебе придется расправляться с миражами очень быстро, чтобы Абу не забывал про цель вашего путешествия. Когда достигнете пещеры чудес, Абу покажет, как пройти через ворота. Спеши и удачи! Проводи Абу. Используй магию на миражах.
Знаешь, Абу, ты думал, что это великие сокровища, а на самом деле это просто грязь. Если бы ты меня послушал, мы бы добрались гораздо быстрее. Все в порядке, Абу. Мы все еще друзья. Давай зайдем внутрь. Землетрясение случилось сразу после того, как злынцы украли сокровища. Надо избавиться от них и вернуть сокровища, пока все тут не рухнуло. Тебе нужно справиться со всеми злынцами и вернуть украденное ими сокровище, иначе пещера чудес обрушится. Эти мерзкие злынцы очень быстрые, так что спеши. Верни сокровище, победи всех злынцев и подбери брошенное сокровище. Что ты говоришь? Там в пещере волшебная лампа? А, теперь понятно. Так пошли за ней. Ты должна проскользнуть к лампе. Когда свет зеленый, иди. А когда красный, стой. Обезьяны-стражи, берегись красного света. Зеленый свет, иди! Красный свет, стой! Зеленый свет, иди! Красный свет, стой! Зеленый свет, иди! Она у меня, Абу! Пойдем, надо отнести это принцессе Жасмин! Еще раз привет. Я рассчитываю на твою помощь. Ведь ты сможешь помочь мне. В Агробе все еще появляются миражи. Хорошо, что ты вернулась. Боюсь, лампа из пещеры чудес была миражом. Настоящую украли злынцы джинны. Но я не могу пойти ее искать, пока не соберу королевских гусей в закон. Если ты мне поможешь, мы быстро с этим справимся. Постараюсь. Думаю, если использовать магию, мы загоним всех шестерых гусей. Используй магию, чтобы собрать всех гусей в загон. Постараюсь. Думаю, если использовать магию, мы загоним всех шестерых гусей. Выпас гусей. Собери гусей в загон. Спасибо. Теперь, когда гуси в безопасности, мы можем идти на поиски лампы. А, нет! Что это? Злынцы-джинны могут создавать злынцы-миражи. Будь осторожна! Злынцы-миражи могут причинить тебе вред. Но если ты одолеешь всех злынцев-джиннов, их миражи рассеются.
И не забудь забирать лампы, которые злынцы джинны бросают, когда ты их побеждаешь. Злынцы джинны, победи злынцев джиннов и подбери брошенные ими лампы. Вовремя, Абу. Скажи-ка, дружок, ты когда-нибудь видел эти лампы раньше? Они из пещеры чудес? Тогда мы должны их туда вернуть. Наверное, это все исправит. Пещера чудес. Иди к пещере чудес. Пришли. Но что нам делать с лампами? Думаю, нам стоит расставить их на тех пьедесталах. О, ты хочешь расставить лампы, Абу? Хорошо, Абу, я тебе доверяю. Но первую лампу мы должны поставить вместе. Абу будет держать раскрашенную лампу. Если приглядеться, на каждом пьедестале ты увидишь знаки левого шифта, Z и X. Подбери цвет лампы к пьедесталу того же цвета, нажимая указанную на нем клавишу. Например, если хочешь поставить зеленую лампу на зеленый пьедестал, нажми левую клавишу Shift. Если расставишь все лампы правильно, миражи исчезнут навсегда. Волшебные лампы. Верни волшебные лампы на свои места. Свободно от чар злынцев, и миражи исчезнут. Люди увидят, что они снова могут быть честными и надежными. Да, Абу, ты очень помог. Спасибо. Приходи к нам еще. Найти друга и доверять ему – это настоящее сокровище. Спасибо, принцесса Жасмин. Боюсь, нам пора. У нас еще много дел. Ладно. Прощай! Счастливого пути! Видела, злынец понесся в тронный зал. Спасибо, что избавила Агробу от этих мерзких миражей. Ты помогла нашим людям вновь доверять друг другу.